Чебоксарская детская театральная студия «Зеркало» заняла первое место на международном фестивале. Конкурс проходил в Великом Устюге. Наши ребята представили там сказку «Буратино». Подробности в сюжете Марины Рябцевой. Меня зовут Пьеро. Сейчас мы разыграем перед вами. Паузу делаем, вот то, что мы с вами говорили. Именно эта постановка принесла победу театральной студии «Зеркало» на международном фестивале. Со сказкой «Буратино» юные актеры выступали в Чебоксарах в новогодние праздники. А вот совсем недавно представили ее фрагмент на родине Деда Мороза. Вот эта поездка, она совершенно удивительная была и огромное значение имеет для всего нашего театра. Потому что, во-первых, дети выехали на шикарный отдых зимний. Они столько увидели замечательного. Это и герои, персонажи всевозможные, различные аттракционы, игры-конкурсы. А сама вотчина Деда Мороза и сам Дед Мороз, ну это просто сказка, действительно сказка. Маленькие актеры выкладывались на 100%. И не только те, кто играл главные роли. Большую ответственность чувствовали и исполнители второстепенных ролей. Ой, мне очень нравится. Это такой драйв. Выходишь, отыгрываешь, зрители хлопают, все смеются. Очень приятно вообще дарить людям радость. Да, на мне лежало очень много ответственности, было, если честно, очень страшно. Не только я волновалась, все очень волновались. Но когда мы вышли на сцену, уже, получается, мы стали не детьми, а героями. Я была Буратино, кто-то уже кот. Никто не думал о том, что я просто человек. Все думали о своей роли. Многие выпускники этой студии поступают в престижные театральные вузы страны. Но даже те, кто и не мечтает о большой сцене, получают для себя совершенно неожиданный эффект. Они становятся более открытыми и уверенными. Дети к нам приходят, они приходят общаться между собой. Они все в компьютерах дома, онлайн, там еще где-то. То есть самое сложное – сделать аналоговое общение детей, как это не парадоксально, чтобы они общались между собой живьем и как-то познавали мир, вот играя в этот мир. Юным актерам удалось погрузить в мир детства всех своих зрителей. А это значит, что речь идет о таланте. Марина Рябцева, Андрей Спиридонов, Республика.